Приветствую вас, господа пчеловоды. Сегодня я хочу поговорить о таком прекрасном ролике, как адвокат Егоров, который наделал так много шума, и то непонимание, которое вызвало у пчеловодов общепринятое пчеловодство, которое каким-то образом не поняло этого молодого любителя. И мне вот хочется по этому поводу высказаться и посоветовать. Значит, призыв его бесконтактный, обеспечение. Я буду читать, потому что я выписал, чтобы покороче. Его призывы — это бесконтактные пчелиных продуктов для своих родственников, для друзей. И он предлагает вместо улья в бутылке. Значит, это предупреждение к традиционных пчеловождения. И он, так как в бутылках он считает, что есть возможность в бутылках, также он и рассказывает в бутылках с рамками. Есть и бесконтактная, и то бишь контактная с рамками. На что он обращает внимание? В первую очередь, так как в дереве от сырости, а он это не южные широты, это, так скажем, северные широты. И естественно, там очень повышенная влажность, и дерево, которое деревянные улья, в них быстро заводится грибок. Ни для кого это не секрет. Я не знаю, почему столько агрессии и обобщения того, что в бутылках якобы пчелы не будут жить. Но у него призыв, что в дереве заводится грибок, на что я с ним 100% согласен. Там не только грибок, там и черный грибок в том числе. Это тот самый страшный грибок, из-за которого раковые болезни и все остальное. И поэтому он показывает, что в пластике конденсат на улице. И что благодаря тому, что это пластик, этот конденсат собирается в воду и уходит на улицу. Он это показывает. Где он это увидел? В Танзании. Это в Танзании так называемое бортничество. И он предлагает, так как он там был и видел это все, бортничество, там хватало 9 литров. И он говорит, что бутыль на 9 литров, оно более подходит по климату в Карелии, например. Я так понял, что он тоже в Карелии. Это называется новаторство. С пчеловодством он надеется на то, что это будет дальнейшее пчеловодство. Он это не навязывает, он это не пропагандирует. Он хочет помощи от пчеловодов, чтобы тот опыт, который имеют уже общепринятое пчеловодство, каждый пчеловод, что каждый должен высказаться. Но высказывается совершенно по другому поводу. Совершенно его видео, которое он сделал настолько грамотно и настолько четко, искажается с самого начала и до конца. Итак, он предупреждает, что рекордов с этим пчеловождением вы не добьетесь, но то, что будет исключительно экологически чистый мед, на это его полное убеждение. Это во-первых. Во-вторых, при вот этом содержании в бутылях каждый человек и каждый те, кто... А он обращается это не к пчеловодам, а он обращается к каждому, кто хочет познать пчеловодство, что у него будет возможность изучать эту жизнь изнутри, видеть расплод, видеть трутней, видеть маточку. Это очень прекрасное пчеловодство в доме, но при этом он совершенно другую науку вам рассказывает о улице. Так что секрет
Почему он это начал, этим занялся и почему? Потому что не секрет, что то общепринятое пчеловодство, которое сегодня существует во всем мире, это борьба с воротозом. А борьба с воротозом приобрело такого масштаба, что все вы знаете, что в России это самые лучшие масштабы. Применение в 10-кратном, 5, 7 и 10-кратном применении всяких лекарств, оно не приводит к тому, что у вас чистый мед. И он именно на это он сосредоточен. И 8 миллионов народу громко крикнули «Спасибо тебе!». Но почему общепринятое пчеловодство в агрессии, вот это мне очень непонятно. Так как применяются сильнодействующие яды, он подмечает, что гибнет пчела, но никак не воротоз. Об этом уже сегодня полмира рассказывает, но россияне, то бишь общественное пчеловодство, не слышит этого. Специально затыкают ушки и делают вид, что это необходимо. Полмира уже не имеют необходимости, но вот вы в агрессивной форме хотите докричаться, что пчеловодство, которое предлагает этот молодой любитель, ведет к каким-то плохим последствиям. И поэтому мед из традиционного пчеловождения он считает отравленным. Вот это, наверное, и вызывает у вас явные бурные такие негативы, призыв к тому, что не надо использовать в таком количестве ядохимикаты. Это он призывает к этому и сравнивать. Он сравнивает, при этом он начинает показывать, у него такая же пасека, как у вас у всех. Он показывает рамочное производство и бутылочное. Нигде он не обманул, нигде он не сделал, как говорится, рекламу себе. Человек просто хочет обратить внимание на то, что, во-первых, улей, вот он предлагает. Чем хорошо бутылочное, тем, что вы можете эти бутылочное производство своих ульев размещать в лесу. И у нас это же самое прекрасное содержание. Вся Европа и весь мир может этим воспользоваться. Это действительно хорошо. Тяжело с ульями. Тяжело. Действительно, кочевать в лес с ульями – это проблематично. Он об этом говорит. И без вощины совершенно другое пчеловодство. Это то, что 3 года я пытаюсь до вас донести. Но я так понял, что от моих видео у вас животики пучат и от смеха разрывает. Поэтому вот у него получается. Это было сказать, и 8 миллионов все-таки его услышали. Также нуклеусы для облета из вот этих бутылок, разные способы, как нуклеусы, как разведение маток. И он советует, что для этого хорошо подходит 30-литровые бутыли. Это там, где будет сидеть маточка. Это в-третьих и в-четвертых, красота содержания. Он реально рассказывает и показывает о том, что в этих бутылках. Я представляю себе реакцию детей, если родители, даже содержание одной этой бутылки будет в домашних условиях. А я так думаю, что сегодня уже это и в Швеции, не только в Швеции, а в Европе будет проповедоваться, потому что у него реально хорошее видео.
Реально умные люди это реально подхватит, и кто-то будет изучать эту науку, и кто-то будет на этом хорошо зарабатывать. Именно поэтому мне просто хочется внести ясность в это видео. Во-первых, в-четвертых, красота содержания. Так как очень много видео на просторах Ютуба о том, что воздух от пчел прекрасен и способствует улучшению здоровья, то, что гул, то, что сейчас люди стали делать на ульях кровати, что люди спят, выздоравливают. Вот это все он преследует, и об этом он говорит. И совершенно он не говорит о том, что надо поднимать ули на 10 метров. Там ветра, и это не способствует для пчелы. Достаточно на уровень роста. Это вот то, что было сказано четко по-русски, и никаких искажений, как сегодня пытаются его заляпать, такого у него призыва нету. И опирается он на то, что новый закон, который сегодня в России, уязвим, чрезвычайно неудобный для всех пчеловодов, все разочарованы новым законом. А если использовать бутылочное, то закон не распространяется на бутылочное пчеловождение. И поэтому, ну кто вам мешает 100 бутылок сделать по варианту адвоката Егорова, неучтенных 100 бутылок? Это многого стоит, но почему-то в агрессии и заляпать, что якобы этого всего невозможно. Теперь размножение семей без контакта. Это егошние примеры, то, что он показывает, что это получается. У него настолько все подробно и хорошо изложено, что это видео, если спокойно повторять то, что он показал, у вас будет бесконтактное бутылочное производство. Теперь, на что он обращает внимание? Это очень важно. Без обработки гибнут пчелы. Да, гибнут. 3 года я вам показываю, что они гибнут. Но взамен приходят маточки, которые живут прекрасно, без ядов, без хем. Странно, я вам говорил всегда, что странное пчеловодство и адвокат Егоров это одно и то же, в одно и то же лицо. Но спасибо, что эта манна небесная свалилась и так ушарашила, что услышали все. Особенно 8 миллионов, которые возмущены к вам, к общепринятому пчеловодству, которые знают, где, откуда, куда, какая матка, какие яички у воротоза, какие яички у трутня. Но итог такой, что 10-кратная обработка, и вы возмущены тем, что молодой гражданин России вдруг вам указал на то, что мед не соответствует качеству. Отсюда и понеслось. Поэтому вот он обращает внимание, что гибнут пчелы, но при этом выходят матки с высоким иммунитетом и живут дольше, противоротоза выживают лучше. При этом он указывает на закон естественного отбора, селекции противоротоза. Это то, что 3 года... Мои слова в пустоту, спасибо ему, его услышали. Итак, в его пчеловождении между бутылками все наши законы, которые мы, пчеловоды, имеем, это сетка против маточки, которая не может пройти наверх, он ее точно так же в бутылках разместил, и именно поэтому чистая наука чистого меда у него приходит в бутылках. Но самое, что важное, вот на что он упирается, ведь никто его не услышал, что наука о вентиляции, у него сквозная вентиляция. Вы все
Обращайте внимание на то, что в бутылках пчелы погибнут, что они нагреваются, что они охлаждаются. Совершенно не увидели то, что он это показал. А что он показал? Наука о вентиляции – это обязательно. Утеплять, вот я даже выписал это слово, самоклеющаяся строительная пленка. Все вы ее знаете, я ее не знаю. Но у вас она есть, у нас ее нету. Поэтому утеплять обязательно пленкой на улице. То бишь, у него ведь содержание в комнатных температурах и содержание на улице. Две разные науки. Никто на это не обращает внимания. Понос одного цвета. А вот по полочкам никто не разложил. В чем же фокус его? У него наука и домашняя, и наука уличная. И поэтому те, кто на улице, обязательно должны утеплять и обязательно должны утемнять для того, чтобы не было проблем с, во-первых, переохлаждением, во-вторых, чтобы рамки не потекли от жары, плавится конденсат, влага, все это у него есть. Это то самое, что вы из пустого порожня переливаете, показываете свои познания в пчеловодстве, но почему-то никто не сказал, а ведь это действительно так, и к этому надо прислушаться. Поэтому, утепляя, в холод будет конденсат и влага, которая будет уходить, а в солнце, чтобы рамки не потекли, чтобы не получился парник и не растаяли рамки, расплавлялись рамки. Но вот это вот сквознячок, который он вам показал всем, у него это называется терморегулятор пчел. Это лучше в бутылках с вентиляцией. Это действует хорошо именно в бутылочных ульях с вентиляцией. Именно благодаря этому, он показал, что в его ульях, которые обычные улья, пчела выпучивается, не работает, халяву травит. В бутылках пчела сидит спокойно, работает, набирает мед. Вот этого никто не услышал, никто не увидел, и отсюда начинаются проблемы. Поэтому все его советы по поводу вентиляции, по поводу утепления, по поводу раскрывания, все настолько подробно, настолько все логично, настолько все правильно, что вот у меня лично не возникло ни одного вопроса. Изготовление бутылоулей. Это я так сутрировал. У него бутылоулей включает то же самое с рамками, что вы можете туда впихнуть рамки, и будет тогда бутылоулей, в которых рамочное содержание. Тоже прекрасно, но есть свои недостатки, о которых он рассказал. И вот это самая главная мысль у него тоже существует, что если вам не нравится семья, и она по какой-то мере сокращается, что есть возможность, семья из бутылки подсоединяется к главным семьям, то бишь и в улей, и в большую бутылку, и в малую бутылку. Все это делается поздней осенью. Он это показал, поздняя осень, холодрыга минус 15. Этот пчеловод, этот молодой и умный, талантливый пчеловод, который все это показал. Абсолютно никто этого не заметил. Всем показалось, что какой-то бред. Хотя там настолько все поочередно и разложено по полкам, что оно не подлежит обсуждению. Но обсуждение существует. Но самое, что важное, вы совершенно не обращайте внимания на то, что сегодня от поноса слов, которые льется на этого пчеловода, вот эта вот ненависть, вот это вот все, что он у вас попросил помощи. Помощи в том плане, что один он
не в состоянии за один год вывести вот эту науку, хорошо или плохо. Но то, что оно уже существует, бутылочное производство во всем мире, но в России он показал свой ролик, что в России, он и не скрывает, что в Танзании бортничество, но я больше чем уверен, там и бутылочное, и пленочное, и там Вьетнам, вот эти все азиатские страны, Китай, там настолько развито все это, что для него не было труда это увидеть там. Конечно, для вас это получилось, что для вас какая-то новинка, которая не может быть. Во всем мире это уже давно может быть для вас. И поэтому, вот по этому поводу, что вы-то услышали талантливого человека. Но получилась вот эта история. Вот смотрите. Получилось вот это вот. Человек сказал одно, звуки издаются совершенно другие, а в итоге кому-то просто весело. Ха-ха, что же вы творите? К сожалению, вот у меня, у странного пчеловода в Швеции, с бутылками огромные проблемы. У нас их нету. У нас, чтобы найти эти их просто нету. Они есть в продаже, может быть, я не знаю, с чем могут быть. Их можно купить с каким-то продуктом, может быть, с соком или с чем. Я не знаю, я их ни разу не видел, 5-литровых или 10-литровых. И поэтому показать науку, вот эту науку с бутылками у меня не получится. У меня получится с простыми пластмассовые. Это то, что у вас в России продается. И недавно в переговорах с простым пчеловодом он тоже так же сказал, зачем мне бутылки, я могу в ведрах. Все это вы можете сделать. И давайте сравним. Вот я, например, могу в свою очередь все это, вот все, что показал адвокат Егоров, я могу вам воочию показать, что нет проблем, что вот это бесконтактное в пластмассе прекрасно себя чувствует пчела. Что не надо выдумывать и говорить, что в пластмассе пчела не живет. У вас в 19 веке она не живет, у Егорова в 21 она живет. В 19 веке вы не знали, чем укрывать пластмасс. Егоров вам показал, что утепляется пластмасс прекрасно и что пчела со сквозной вентиляцией прекрасно. Я ему 100% верю, потому что 3 года я об этом трещу, пищу, там делаю вид, что я такой умный. Всем смешно, да? Вам весело. Зато вот эта манна небесная, которая по вам ушарашила, вас привела в восторг. Поэтому у меня к вам предложение. Вот я могу вам показать все эти приемы адвоката Егорова. Мне это не надо. Но я знаю, что все это существует в действительности, что все это работает именно так. И от начала до конца будет стоять улей, который общепринятый у странного пчеловода и наука адвоката Егорова. И можно будет сравнить в итоге. Конечно, проблема-то в том, что действительно в простом улье 100 килограмм ты получишь. А вот когда ты получишь 100 килограмм из пластмасса, делать я, конечно, не буду никаких прессов, потому что мне это не надо. Но показать вам, что эта наука уже давно 21 век. И вот те пчеловоды, которые мне задавали вопрос, почему ты обзываешь нас, что мы в 19 веке, а я про 21 век. Вот будет возможность, чтобы вы сами себе сравнили, в каком вы веке застряли. И поэтому странное пчеловодство приветствует вот эту манну небесную, которая рухнула на вас. И спасибо ему, что он приоткрыл такую красивую занавесь пчеловодство. Я не хочу больше говорить плохие слова, то бишь иногда смеяться, хихикать. Нет, все вполне серьезно. Вполне серьезно то, что есть пчелы,
Но есть непонимание пчел. Вы совершенно не слышите пчел, вы совершенно не хотите прислушиваться к ним. Вы издеваетесь над пчелами, и поэтому спасибо адвокату Егорову, который предложил вам другие ходы и выходы. Так что пока-пока, всем привет!